Тех людей, которые впервые слушают звучание хамуса, для них это воспринимается как бы, возникают такие ассоциации, как будто возрождаются древние исчезнувшие цивилизации. И эта музыка идет из глубины веков, и в то же время она так идет в ногу со временем и так дышит современностью. Вот таким несочетаемым сочетанием древности и современности, наверное, вот этим больше берет. Мастер вкладывает в душу, когда изготавливает этот инструмент, и в зависимости от того, какое у него настроение, какой у него настрой, он впечатывает энергетику свою в этот инструмент. И поэтому получается, это действительно такой магический инструмент. И когда мастер изготавливает этот инструмент с определенным состоянием, и когда исполнитель берет этот инструмент и исполняет музыку тоже в определенном состоянии, то это когда их энергетика объединяется, только тогда получается вот хорошая такая волшебная, чарующая музыка.